Очистить береговые линии водоемов, чтобы достойно встретить купальный сезон. В республике стартовала акция «Чистый берег». В Черкесске первым объектом санитарного улучшения стал большой пруд парка культуры и отдыха «Зеленый остров». Подробности у Али Баташева. Нескончаемо, причем, видите, вот взрослые так все, а взрослых нет. Официально купальный сезон пока не открыт из-за пандемии, но некоторых отдыхающих это совсем не останавливает. В рамках акции «Чистый берег» водолазы обследуют дно, а сотрудники поисково-спасательного отряда при помощи магнита вытаскивают на берег детского пляжа посторонние предметы, чтобы купание было безопасным. Очистить береговую линию от мусора и подготовить инфраструктуру пляжа к купальному сезону – главная цель акции. Обычно мы эту акцию проводим в апреле, начало мая, а вот сейчас, значит, в связи с коронавирусной инфекцией, значит, были ограничительные мероприятия. Ну и вот в ходе ослабления этих мероприятий принято решение, МЧС России сдал соответствующие документы о проведении этой акции. Она, я подчеркиваю, сейчас ежегодная у нас, значит, с целью подготовки вот всей инфраструктуры, чтобы граждане, когда пришли на берег водоема, он был чист, подготовлен и безопасен. С технической точки зрения. Спасатели укрепляют разделительную линию детского пляжа и устанавливают ограничительные буи. А огнеборцы пожарно-спасательной части Черкесска разравнивают песок, доставленный мэрией республиканской столицы на одно из самых популярных мест отдыха горожан. Завезли песок, который необходим для всех отдыхающих. Это детский пляж, взрослый пляж. Вот. Произведена также обработка от клещей. Это вот буквально на той неделе. Также сделана обрезка всех деревьев, за которые народ сильно переживает. Много пишет, много говорят после этого случая. На сегодняшний день мы готовы почти уже, значит, принять отдыхающих и жителей, гостей нашей республики. Купаться пока нельзя, а вот участвовать в акции «Чистый берег» можно. Она продлится до 29 июля, говорят сотрудники МЧС. Это поможет навести порядок на прибрежных территориях и улучшить санитарное состояние водоемов республики. Али Баташев, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия.